Во Владивостоке наградили победителей и призеров всероссийских конкурсов исследовательских и архивно-поисковых работ «Брат на смену брату». Традиция продолжается. И герои Хасана на карте России. Торжество приурочено к открытию юбилейной 25-й дальневосточной выставки-ярмарки «Печатный двор». За четверть века в работе дальневосточной книжной ярмарки «Печатный двор» участвовали более 600 издательств и полиграфических предприятий, книгораспространяющих организаций, библиотек, учебных заведений, причем не только региона, но и всей страны. Очень важно, что особое место занимает тема изучения военной истории на местном краеведческом материале, увековечения памяти земляков, а также исследования мест боев, боевого пути соединений, сформированных в родном крае, изучение героических действий воинов-пограничников. Именно сегодня, когда нашим государством особое внимание уделяется историческому просвещению, проведение конкурсов исследовательских и архивно-поисковых работ – это возможность создания единого историко-культурного пространства между субъектами России на примерах героизма и мужества земляков. Среди призеров – представители более 10 российских регионов. Самому юному конкурсанту – 9 лет, самому старшему – 77. Всем призерам вручили дипломы и памятные награды в 7 номинациях. Награждается Кретова Елизавета Андреевна. В качестве почетных гостей во Владивосток специально на награждение пригласили правнучек участника хасанских боев, одного из первых пограничников, удостоенного звания Героя Советского Союза. Находиться здесь не только огромная радость, но и большая ответственность за историю нашей семьи. Я нахожусь под впечатлением, под приятным впечатлением, сколько молодых лиц, молодых людей в зале, как молодежь интересуется историей, участвует в таких проектах. Мне кажется, это крайне важно для сохранения исторической памяти и преемственности поколений. Поэтому такие конкурсы и проекты способствуют этому. Надеюсь, что и дальше эта традиция будет сохраняться. И вместе мы с вами делаем одно большое дело. Сохраняем память наших предков, воспитываем настоящих патриотов нашей страны. Главной наградой призерам конкурсов станет посещение сопки Заозерной в Хасанском округе, где шли бои, и мемориала Валентина Котельникова в пограничном округе. А историческим событиям в Приморье посвящены стенды на дальневосточной выставке-ярмарке «Печатный двор». Здесь представлены книги издательств России, а также КНДР. Диана Иванова, новости на Восьмом.